Сегодня мы будем делать медовое печенье с декором. Светлана, поделитесь с нами, с чего все началось, как вы начали заниматься кондитерским искусством? Мы вырезали наше печенье с помощью формы, и сейчас я вам покажу, как его закрепить на шпажке, потому что выпекаться оно будет вместе со шпажкой. Пока наше печенье остывает до комнатной температуры, мы займемся приготовлением декора, массы для печенья из мастики.